Всем привет, ребята! Я сейчас монтировал этот влог, и в нем будут небольшие отрывки и моменты из моей жизни, как я провожу свое время. И в конце этого видео я долго думал, вставлять это или не вставлять. И я подумал, в общем, мы с Кариной снимали видео, было или не было. Это такой челлендж. И я думал, что челленджи вообще на канале не зашли, и вставлять это или нет. Но так как она сейчас пропала с канала, и зрители пишут, и даже звонят, и спрашивают, будут ли у нас совместные видосы, расстались мы, не расстались, что произошло, куча вопросов. Я решил вставить все-таки этот кусочек. Я не буду его особо, ни какой-то монтаж сделать. Если вам интересно, то вы посмотрите. Если нет, я не обижусь, если вы выключите или перемотаете. Что ж, приятного просмотра, подписывайтесь на канал. Вы, наверное, заметили, что я немножко грустный в своем инстаграме, но я надеюсь, я справлюсь со всем, и все будет отлично. Пока! Всем привет, это мое новое видео, и сегодня пришло время познакомить вас вот с этим прекрасненьким персонажем, который живет у меня в квартире уже почти 2 недели или 3 недели, даже не знаю. В общем, мне его принесла, так сказать, знакомая, которой некуда было его девать. И, собственно, пришло время искупать вот этого парня, потому что он вкусно, невкусно пахнет. Я сегодня купил такой дорогой шампунь ему, что мой шампунь, по-моему, дешевый по сравнению с ним. Я знаю, что не стоит часто купать котят, но, к сожалению, ему уже давно пора это сделать. Да. Знакомьтесь, его зовут... Давайте вы подумайте, как его зовут. Но вообще, ему дали изначально имя Ночик. Ночик. Вот, он уже это имя знает, но мои друзья прозвали его Лям. Вы, наверное, думаете, почему он в кепке, но я, в общем-то, очень хочу уже постричься, и нет на это времени, и еще я потерял свою резинку для волос, и поэтому, чтобы мне волосы не мешали, я хожу в кепке. Посмотрите, какое у этого тигренка пузо. Вот такое, гигантское. Да? Да. А куда ты там побежишь? Я так подозреваю, что он будет в первый раз купаться, и поэтому я хочу максимально это все сгладить для него. Я уже с ним поиграл, и когда я его искупаю, я обязательно дам ему какое-нибудь лакомство очень вкусное, чтобы ему в будущем купание нравилось. Вот, собственно, сейчас первый раз в жизни он будет отпускаться водичку. Вот, уже кричит. Что, ты не хочешь, да? Водичка тепленькая. Не кричит. Я заткнул дырочку носком. Эй, все хорошо. Водичка всего лишь водичка. Сейчас я тебя шампунькой помою. Она... Стой. Очень больно. Ну, ты чё? Всего лишь водичка. Чуть-чуть тебя покупаю, все, тепленькая водичка. Видишь, все хорошо. Ты же тигр маленький, правильно? Ну вот, и я говорю, вот, все хорошо. Вот так вот мы искупались. Вот такой вот он крысеныш маленький. Сердце у него вообще бешено очень колотится. Я прогрел специально ванну. Здесь было очень тепло, очень жарко сейчас. И специально включил кондер в квартире, чтобы очень было тепло и чтобы ему было хорошо сушиться. И сейчас он даже уже мурлычет. Всем привет! Сегодня уже какой-то день по счету в спортзале. Это вот тренируется Максим у нас. Он решил дать мне один бесплатный урок. Говорит, что качок, но я ему не верю. Вот, в общем, наконец-то я постригся более-менее, как человек выгляжу. И, собственно, что? Мы посмотрели видео про то, как ушла Карина. Вот, я понимаю, что в этом видео немножко все не очень-то понятно, потому что я не снимал не все, что происходило, и поэтому немножко остались недосказанности. Будет стрим, обязательно я расскажу об этом вам, и сможете задать свои вопросы, и смогу вам ответить. Ой, можно? Последний. Ничего, я видеоблог веду. А, вы ведете, можно, да?
Нет, я вас хотела... не видно, посмотрите. В чем проблема, ладно? Хотите другого? Не хотят меня красить. Здравствуйте, да, уже был же уже там мероприятие. Да, мне просто нужно помочь выбрать цвет. Можно как-то съемки? Так вас же не видно. Ну, девушка, не ваши руки видно, просто как... только руки ваши видно. Это наши как-то там. Не, я не спорю с вами абсолютно, я просто вас прошу. Ну, как бы коллега моя не хочет, чтобы окей, нет, вы бы сказали просто. Подобрать продукты, конечно, да, без проблем. Да, хорошо, нет проблем, я бы хочу просто вы сказали, что вы не объясняете мне, как этим. Ну, пожалуйста. Ну, видимо, просто немножко... Девушка, в смысле у вас сервис такой хуёвый? Я вообще такси вон туда вызывал, только подъехали. Я какой бомбосин вообще, я вон туда вызывал. Вот, Стёна, не снимай меня! Нет, это, блядь, я уволена, блядь. Сиськи показывай, если хочешь, прости. Меня, говорит, не видно. Я уберу тебя, замылю, лица не будет. Нет. Объясни мне, блядь, в смысле влюбилась, блядь? А? Ёбнулась, что ли, блядь? Любви нету, блядь, в смысле влюбилась? В смысле сразу? Аккуратно, что поедешь, блядь. Я вижу! Что ты за рулем, блин? Че ты боишься? Да налево вон, туда! Не, ну что ты встала-то, вот же, едь. За ним встань. Сейчас западет телефон, ты шика, я боюсь, что все. Едь! Вперед, блядь! Повороте, блядь, направо включи! Здравствуйте, можно, пожалуйста, татуировку? Да, конечно. А вы на каком месте хотите сделать? На лобке. О, на лобке? Ну, хорошо, в принципе, возможно. А у вас есть мастер-девушка? Не, у нас только мужики все очень симпатичные. А, ну ладно, без проблем. А до этого здесь было светло. Да. Ну просто готова? Да. Все, ты готова? Угу. Всем привет, это новое видео на нашем канале. Я уже снял, на самом деле, вступление, может, а без тебя будет оно вступление, потом ты... Ты уверен, что это там хорошо получилось? Да. Ну хочешь, давай и так, и все с ним. Давай. Что давайте? Второй раз. Второй раз? Может, ты что-то скажешь? Давай. Готов видео. Добро пожаловать в игру, было или не было. А, ты раз ты говорила. Ну ладно, скажу. Всем привет, и это наше новое видео, новый челлендж. Это челлендж? Это не челлендж? Не знаю. Ладно, давай сам. Что сказать? Всем привет, это наше новое видео. Добро пожаловать на наш канал. Добро пожаловать на наш канал, это Карина, меня зовут Андрей, и сегодня мы будем снимать челлендж, это или нет, мы не знаем. В общем, это забавная игра, благодаря которой мы с Кариной сблизимся, а вам, возможно, будет интересно за этим наблюдать. Это забавная игра, которая называется «Было или не было». Мы будем задавать... Давай. В общем, мы уже разместили пост. Громче, где... заново, еще раз. Продолжают говорить. Ничего, что я тебе громче говорю, да, продолжаешь говорить. В общем, мы выложили пост, где нам уже задали вопросы, и сейчас мы будем на них отвечать. Думаю, что будет очень интересно. И поехали? Поехали. Ха. Чё? Не подглядывай, что будет показывать. А мне нельзя подглядывать, что ты будешь подглядывать? Нет, сначала не подглядывай, что у нас потом этот. Ладно, хорошо. А, была ли у тебя настоящая любовь? Блин, а как понять мне, что было, что не было-то? Нет, ну у меня вот так вот было, не было. Было, а, да? Было. Ну давай, то что сделаем. И первый вопрос. Была ли у тебя настоящая любовь? Ну ты же подглядываешь! В смысле? Не было! Ну ты же подглядываешь! Ты не подглядывай. Что? Нет, зачем потом-то видеть нам уже можно. Ну ладно, хорошо. Я же не знал. Что? Давай дальше. А был ли секс сегодня? Ну,
Чего? Ну что за реакция? Слышишь? Да у меня со своим первый вопрос, ты чё? Ну что за фигня? В смысле не было? Настоящая любовь — это что такое? Ну, совсем уж это... Ну это сложно сказать, это сейчас тебе кажется, что вот, настоящая любовь... Нет, давай любовь. Заново, всё. Почему заново? Нет, заново. Нет, не надо заново. Ну что я должен было поднять? Нет, давай заново. Что заново? Была ли у тебя настоящая любовь? Нет, зачем ты теперь так? Нет, Карина, нет, ну а что, чем ты? У нас просто разные мнения должны быть. Все, продолжаем то. А были ли слезы за первый? Заново за вот теперь второй вопрос задай, потому что там реакция. Был ли секс сегодня? В смысле, у тебя не было? В смысле, у тебя было? Ну, я отходил там, ладно. Ты неполноценный. Что? Ладно, ладно, все, не было, не было. Были ли слезы из-за первой любви? Да, было. У тебя не было из-за первой любви слез? Ну, а как так-то? Так, не было у меня из-за первой любви слез. Но у меня было. Даже я плакал. Я был маленьким. У тебя была любовь? Ну да, влюбленность детская. А засыпал ли ты вообще заново? Было ли такое, что вы засыпали в общественном транспорте? Конечно, было. Конечно, я езжу на учебу час. Я раньше тоже на учебу ездил. А сейчас я повзрослел. Мальчик повзрослел. А я нашла парня, который платит мне такси. Кто он? Ты не изменяешь? А я тебе не скажу. Ладно. Я хорошо устроилась, знаешь ли. А... Была ли у вас измена в отношениях? Было. Если ты смотришь это видео, сучка, знай, что я все еще помню. Нет, у меня не было измены. Я считаю, что измена — это вообще просто ужасно низко. И, видимо, ну, мне никогда не изменяли. Я думаю, что мне не станут изменять. Я тоже так думаю. Я думаю, что я этого не заслужила. Никаких измен. Я слишком хорошо в отношении. Ты-то? А что? Все, давай, снимай. Мы снимаем видео. Так, чтобы мне изменяли? Нет, нет. Такого ты не делаешь. А били ли вы кого-нибудь по лицу? Ну, конечно, было. Смотри, что я девушка, но это было. То, что я девушка, мне не запрещают. Ты когда показываешь, что это, ты лицо не закрывай своего? Было. Было? Было. У меня тоже было. Были ли у вас мысли о самоубийстве? Никогда у меня не было мысли, ни одной мысли о самоубийстве. Я никогда не думал об этом и всегда удивлялся людям, которые думают о самоубийстве. Не знаю, были ли это действительно мысли, возможно, это были какие-то детские мысли, а может быть... Ну, я не думала, что я реально могла бы что-нибудь с собой сделать, но мысли они были. Такая глупость вообще, как можно? А целовали ли вы незнакомого человека? Да, было. Тебя не было? Если ты никогда незнакомого человека не целовал? Нет. Я целовал. Хорошо, что у меня все было, а у тебя ничего не было. Просто не шлюха. Да, я шлюха, да. О, давай, здесь номер на экране появится, звоните. Тебе скучно, нечем заняться. Знаешь, у тебя там секс происходит вот в этом... В туалете. Да. Тебе изменяли, а человеку, которому изменяли, он уже с шлюхой становится. Чего? Ну да. Все, давай дальше. А пили ли вы успокоительные? Да, я очень нервный. Я очень нервный и очень часто пил раньше, сейчас мне. Просто поймите, легче. Если вы начнете общаться с этим человеком, вы закупаетесь успокоительным. Ты то есть там советуешь кого-то? Да. Хорошо. Лицо свое не закрывай, низко держи. Угу. Так. Заходил ли ты? А заходил ли к вам кто-нибудь в душ? Да, было, конечно. Да, было такое. Кто это был? Кто это был? Это была моя сестренка. Да, это ко мне ты заходила. В перископе ты вела трансляцию, заходила ко мне в душ. Я рисовала. Она заходила, да, на стекле. Ты же заходил. Это было симпатично. Да, симпатично. Перископ. Перископ умер и вместе с этой трансляцией.
А страдали ли вы от неразделенной любви? Да, было. Нет, тебя не было? Не было. То есть все люди, которых любила ты, любили тебя? Ну, у меня не было что-то такого, чтобы я страдала. Не, ну я страдал. Я за любви. Я в школе любил одноклассницу, а она меня не любила в ответ. Ну и я страдал. Что за одноклассница? Ну, одноклассница Алина. Фамилия? Акбарова. Алина Акбарова. Эх, парня такого пустила. Прайд, но ты ее прайд. Баал. Материться нельзя, у нас дети смотрят. Нет, ты можешь сказать проем, а я бал. Ладно. Поэтому как бы тут, ну... Давай дальше. Был ли у вас секс на одну ночь? Было? Нет, не было. Карина, лицо вот так не закрывай. Нет, не было секса на одну ночь. А у меня было. И было. В смысле, у тебя было? Ну, было такое. Бывает, знаешь. Я же парень. Мне сколько лет, тебе сколько лет. Было. Ладно, дальше. Пахло... Что? Пахло ли у вас изо рта? Ну да, было такое, там, напьешься или проснешься. Нет, мне не было. Что, ты никогда не напивалась? Нет. Хорошо. Сказать, ладно, ну, вот тебе вопрос, напивалась ли ты когда-нибудь? Было нет, ли? Нет, не было. Было? Не было. Как это не было? Было, ты напивалась. Когда? Хорошо, ладно, не будем этому рассказывать. Когда это было? Слушай, день рождения Зарины, это вообще не в счет. Счет, счет. Нет, все в счет. Все в счет. Все, давай, дальше. А, хотели ли бы вы... Ты что, вопрос по-русски прочитать не можешь? Хотели ли бы вы быть изнасилованными? И, в общем, последний вопрос задаст Андрей. Хотели ли вы быть изнасилованными? Просто не хотела бы быть? А, изнасилованной быть? Да. Не думала ли ты, ну... А, подожди, было ли у тебя изнасилование или нет? Нет, хотели ли было. Ну, это какой-то неправильный вопрос, но я бы хотел. Ну, нет, ну не чтобы меня там изнасиловали, а чтобы какая-то девушка меня изнасиловала. Ну, типа, принудила, знаешь, так, это, ну, попробовать в жизни все надо. Хотя бы в игру, как в такой форме. У меня такого не было желания, я не хочу, чтобы меня кто-то насиловал. Не знаю, я, меня... интимная близость, это что-то такое... Ладно, хорошо. Такое. В общем, спасибо вам за просмотр, спасибо, что смотрели этот ролик. Если вам нравится наше видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Если у вас есть идеи какие-то для новых видео, то мы ждем вас, ждем их здесь на YouTube в комментариях. Всем бай-бай. И пошли в школу. Да. Который еще не приехал. Мои ножки. Давай, как я буду прыгать? А ты жирная. Сильно жирная? Не знаю, потом скажешь.